Отечественной войне предоставляется главе администрации муниципального района Калтасинский район Юрию Минзариповичу Садырову. Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, дети войны, дорогие земляки, гости, примите искренние поздравления с самым светлым, самым дорогим праздником нашей страны – Днем Победы. 9 мая – это день радости и одновременно день скорби. Скорби по тем, кто отдал жизнь во имя свободы, отдал жизнь во имя нас, живущих сегодня. Святой долг каждого российского гражданина – хранить память об этом великом подвиге, чтить его как историю доблести. Что дальше уходят от нас незабываемые мы нашего района. Время имеет огромную власть. Но оно слабее человеческой памяти, нашей с вами памяти. Мы никогда не забудем солдат, сражавшихся на фронтах, женщин, заменивших мужчин на заводах и на полях, детей, прошедших через немыслимые для их возраста. К сожалению, Камая Ивашкиновича сегодня уже нет рядом с нами. Поэтому награду принимает его сын Илья Камаевич Ивашкин. Апреля 1945 года в районе немецкой деревни Кляйн-Крауш огнем своего ручного пулемета Камай Ивашкинович открыл ураганный огонь по противнику, численно превосходящему силами. При этом уничтожил 8 вражеских солдат и активно содействовал отражению контратаки противника. За этот подвиг командованием он был представлен к этой высокой награде.
я хотел бы немножко сказать. Вот когда я был маленьким, я спросил у отца, сколько ты немцев убил? Он говорит, не знаю. Все стреляют, я стреляю. А потом, говорит, немцы лежат, говорит, кто, говорит, то, кого убил. Потом спрашиваю, а неужели, говорит, за всю войну, которая вот до конца был, не дали ни одну медаль? Он говорит, нет, говорит, не дали. Только, говорит, в конце войны мне сделали, представили к награде. Но, говорит, война кончилась, туда-сюда, и на этом... Потом, говорит, не дали, демобилизовался. Потом, после войны, говорит, один раз ходил в военкомат, как будто выпрашивает медаль, поэтому я, говорит, потом остался. И вот, когда появился в интернете сайт «Память народа», вот на этом сайте я нашел награду своего отца. И сразу вспомнил, что это та медаль, которая была утеряна во время войны. И вот благодаря работникам военкомата, помощи значит, администрации, вот смогли мы его достать. Спасибо за все. Некоторые говорят, что почему, говорят, эти тебе надо, все равно медаль не дадут, просто дадут удостоверение к награде. Нет, это память для четверых детей, 16 внуков и 27 правнукам. Спасибо за все. Значит, кто помог мне этот медаль достать, всех с праздником Великой Победы. Спасибо. Не забывайте своих дедов, прадедов. Спасибо. 74 года прошло с той поры, когда отгремели бои Великой Отечественной. Но День Победы над фашистской Германией 9 мая, как великий праздник вне времени, вне общественного и политического строя. И память о героях, пожертвовавших собой во имя спасения Родины, по-прежнему жива, она в наших сердцах и делах. Она не только жива, она сохранится и в сердцах потомков тех героев на многие годы и века. Первый парад в честь победы Великой Отечественной войны прошел на Красной площади в Москве 24 июня 1945 года. Парад принимал маршал Советского Союза, великий полководец Жуков. Именно на этом параде произошло событие, навсегда вошедшее в историю, низложение нацистских знамен и штандартов, которые были брошены на помост возле мавзолея Владимира Ильича Ленина. К сожалению, многие фронтовики и труженики тыла, непосредственные участники тех исторических событий, не дожили до этого дня. Трудным был путь советского народа к победе над ненавистным врагом. Несмотря на неудачи и потери, начальный период войны на полях сражений проявились незабываемое мужество и отвага, массовый героизм советских воинов, славных защитников нашей великой Родины. Итоги победы Советского Союза над фашистской Германией грандиозны по масштабам и историческому значению, и никому никогда не удастся умалить ее роль и значение. История Великой Отечественной войны 1941-1945 годов должна быть книгой без вырванных и переписанных страниц. Дорогой ценой стране Советов досталась эта победа. Мы должны свято чтить имена тех, кто подарил нам свободу, спас от порабощения и унижения. Память о событиях Великой Отечественной не подвластна времени, бережно хранимая и передаваемая из поколения в поколение. Она переживет века. Героизм был нормой жизни для большинства солдат и офицеров Красной Армии. Вспомним, что в нашей стране Советов 11 603 героя Советского Союза, около 2500 удостоены звания почетных кавалеров Ордена Славы. Почти 500 героев повторили подвиг Александра Матросова. Было совершено свыше 600 воздушных таранов. Тысячи легендарных героев подрывали себя вместе с врагом, бросались со связком гранат под вражеские танки, вызывали на себя огонь своих артподпирали, будучи в окружении. Это был всенародный подвиг во имя чести и независимости нашей великой Родины, Союза Советских Социалистических Республик. Да, были и дезертиры, предатели, полицаи, что переходили на сторону врага и работали на него. Все они получили по заслугам. Преступно ставить
их на доску, на одну доску с героями, как это происходит сегодня на Украине, при балтийских странах. Советские люди отказывали себе во всем, строили будущее страны. Мы вновь и вновь говорим спасибо, низко кланяемся. С особой гордостью хочу подчеркнуть, что в тяжелейшие годы войны наш район внес достойный вклад в победу над фашизмом. Несмотря на все трудности, голод и холод, сельчане жили под девизом «Все для фронта, все для победы». Сегодня нельзя не вспомнить руководителя района и хозяйств, которые в годы войны достойно организовали работы. Это Юзукаев Григорий Юзукаевич, первый секретарь районного комитета партии, председатель колхозов, сеятель Иштуганов Иштуганович, имени Крупской Адналин Зайнула Адналинович, награжденный орденом Ленина. Также послевоенные годы самоотверженно работали председатели колхозов, участники Великой Отечественной войны Мусалямов Фуат Хусаинович, Семенов Николай Данилович, Сатвединов Минилвай Сатвединович, Петров Михаил Петрович, Чазов Георгий Андреянович, Адыев Рауль Адыевич, Яковлев Михаил Яковлевич, председатели сельских советов Васюков Василий Васюкович, Измайлов Константин Исаевич. Товарищи, погибшие в начале Первой войны не имели наград. Как и многие миллионы солдат Красной Армии, они удостоены только минуты молчания и права быть сегодня в строю бессмертного полка. Слава вам, дорогие товарищи, труженики тыла, фронтовики, ваш подвиг, вклад в победу будет жить всегда. Спасибо вам за нашу мирную жизнь. Низкий поклон вам за то, что в самый страшный период в истории нашей Родины вы сделали все возможное для ее спасения. Будьте счастливы. Ваш подвиг навсегда останется в сердцах всех будущих поколений. Желаю всем здоровья, мирного неба, благополучия и достойной встречи 70-летия Великой Победы. Слава Народной Красной Армии, Союза Советских Социалистических Республик, партии большевиков и комсомолу, организаторам и доставителям, во главе Верховного Главнокомандующего Сталина. Ура! О тех героических поступках, которые совершили наши предки во имя чести, свободы и благополучной жизни. Сегодня мы, молодое поколение, склоняем головы перед подвигами тех людей, которые подарили нам мир и свободу. Молодое поколение нуждается в вашей... О Великой Отечественной войне нарность наша тем, кто ценой собственной жизни завоевал для нас мир безгранично и бесконечно. Я хочу за то, что солнце в небе светит, за ручьев и ветерка прохладу, за возможность жить на этом свете. Низкий вам поклон, ветераны, с праздником! Погибшим за Родину. И черная туча закрыла полсвета, и черная тяжесть упала на плечи. Казалось, что это исчадие ада уже исполняет победные вальсы. Но зрело, кипело, стучало на батом высокое слово. Вставайте, вставайте! Вставайте!
детства. Но не прошло бесследно, нет, и носим мы в себе наследство, и боль, и радость грозных лет.